Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас День Святого Валентина. Это праздник такой, объединяющий в себе, я бы сказал, функционально 8 марта и 23 февраля, вот как мы когда-то праздновали, то есть день мужской, как бы, да, День Защитника Отечества, он как-то так считался мужским праздником, день Советской Армии. Вот, а 8 марта как бы женским. А День Святого Валентина – это просто праздник влюбленных. И он не специфически там женский, не специфически мужской, а просто вот праздник именно любви. Это не праздник, допустим, семьи, это не праздник брака, это не праздник вступления там в брачные или там в интимные отношения. Это праздник любви, который не может противостоять никакая власть, да, потому что изначально святой Валентин расстался с жизнью, был казнен за то, что он нарушал приказ сверху о том, чтобы не венчать молодых людей, потому что вот с точки зрения власти, значит, там военная ситуация так складывалась, что нефига их там венчать. И не надо им семьи создавать. А вот он пошел против власти, потому что есть, ну, что-то более высокое. Поэтому, то есть это праздник, как бы, любви, которая выше политики, которая выше, там, начальников, больных на всю голову и даже здоровых. Вот это праздник любви, который побеждает и преодолевает всякие преграды, которые искусственно на ее пути возникают. И я считаю, что это хороший праздник, и он теперь по всему миру практически отмечается, потому что по всему миру люди любят друг друга, и как бы романтические отношения существуют. И это здорово. Поэтому я всех поздравляю с праздником, и тех, кто находится в романтических отношениях, и тех, кто еще будет находиться. Вот, так что всех с праздником!